примеру, река наша Двина в узком месте 35 верст, а в широком шире моря. А ездим мы по ней на льдинах вечных. Дмитрий Васильев, у него очень хороший вкус. Он подбирает очень интересный материал, а самое главное, что такой корневой материал, который должны знать, естественно, дети, но и взрослым не грех напомнить, если они не знали, потому что это и язык, и необыкновенная красота, а самое главное, та чистота, которая, к сожалению, мы иногда ее теряем, да? И мне кажется, вот этот проект, он как раз нас возвращает. Слушали, чтобы они ценили каждый момент своей жизни. Все эти же вот жизненные вопросы, они очень влияют тоже на музыку, и музыка на эти вопросы. Я чувствую как бы радость, то, что играть как бы на таком инструменте с таким оркестром — это большая редкость, и мне очень повезло. Но тем не менее это большая ответственность, потому что мне нужно это тоже все выучить, потому что я не могу подвести оркестр. Музыка новая, как бы еще никому особо не известная. Вот, например, сказку, которую я играл, ее играли до этого всего один раз.